Сегодня снова мы не едем играть в автомат-хватайку, да, ребята? Потому что сегодня мы хотим показать вам вторую часть вчерашнего ролика. Кто не смотрел первую, обязательно зайдите на наш канал и посмотрите, как автоматы объединились против нас. А кто смотрел эту часть, то вы, наверное, помните, что в самом конце мы выдернули из такого не очень удобного места кота Гарфилда. И лег он достаточно хорошо для нас, поэтому эта часть будет про Гарфилда. И, кстати, в первой части, кто помнит, мы в ключике в Форт Боярде выиграли зеленого чундрика, но он застрял. Буквально через час владелец нам его отдал. Так что зеленый чундрик с нами. Ну ладно, давайте меньше слов, начинаем смотреть вторую часть про Гарфилда. Девчонки, конечно же, всех вас с 8 марта. С праздником! А теперь погнали смотреть ролик. Он еще Гарфилд рядом с ним сидит. Прикольно, но он так сидит, что вообще неудобно. Можно попробовать его. А? Да нет, это зажало просто. Отлично. Давайте еще раз попробуем. Слушай, его может оттуда вытянуть можно, да? Да, подержи камеру. Попробую. Опа. Ничего себе, как я умею, да? Дочь аж закашлялась, бед. А как его теперь достать? Вытянуть вытянул кому-то. Давай, кушай. Мы тут Гарфилда такого достали. Топчик, топчик Гарфилд. Можно я поп? Ну давай ты, может тебе повезет. Не знаю, зачем надо. Зачем? Я так закрыла. А зачем? И хватим. Я, наверное, его на сильном захвате просто дернул. Ё-моё. Давай, пошли. Ну, вот сейчас бы хорошо было бы. Сейчас бы хорошо было. Да, тебе не прыгай. Звук плохой будет. На, мама, ты попробуй его подергай. Давай, Гарфилд, пошли к нам. Я ж тебя уже достал оттуда, значит, ты должен быть наш. Не зажало. Грина, успокойся, пожалуйста. Гарфилд, ты меня слышишь? Пошли к нам. Я тебя достал. О. Руки за спину! Хорошо. Ребята, тут чуть-чуть человека задерживают. Оп. О! Ох ты, какой он классненький с Кока-Колой, ребята. Обалдеть. Попыточки закончились. Закидываем монеточку. И дальше достаем. Оп. Тут в магазине человека задержали. Милиционеры чуть нервы сдали. Да ты посмотри, вроде так берет сильно, да? Я думал уже все, прям такой захват сейчас будет, пушка. За голову пробовать. Жалко его оставлять будет, слушай. Оставлять нельзя, и монеток-то немного, а? У тебя уже кончились? О, тогда я боюсь, что нам придется его оставлять. Пусть его меняет, тогда. Тихо, пока мы сейчас найдем. Да ты посмотри, а? Вообще упал неудобно. Можно сильно выдохнуть. Так, его надо как-то выдохнуть. Да что, ты не хочешь поиграть после мамы?
Ну, чё? Так хорошо обнимает его клешня, она не зажимается вообще. Смотрите, какой он прикольный, вообще классненький. Прикольный гархов. Давайте еще монетку кинем, пока не есть. Давай, пробуй за тело, может. Назад в дырку лезет. Он ползет назад в дырку. Нет, тут раскачка, надо покрутить хоть. Нет, не крутится. Давай, пошли. Сейчас назад в дырку загоним. Нельзя. Нельзя назад в дырку. Ё-моё. Ребята, погоняли мы его, в общем, по автомату, я чувствую. Сейчас так попробую сначала. На, держи. Будем раскачивать. Ну, все. Попыточка на исходе. Погоняли по автомату. Промазал трахи. Беда. Блин, что ж с тобой делать-то, Вархов? Есть смысл. Смотри вообще. Да, обидненько. День у нас сегодня такой. Ну, зато посмеялись с автоматов. Давай. На тебе еще рубик. Последний. Я заскочу, хочу. Да не, он там и остался. У него голова просто упала в дырочку и все. Да, обидненько. Да, садненько. Гарфилд прикольно, но загнали мы его назад тоже. А можно, наверное, что-то мешаем взять. Ну что? Можно поменяем. И дальше его мучат. Бедолага. Ну, слишком классно. Ладно, ребята, пойдем поменяем денежку, попробуем. Сейчас, секунду. Так, все, ребята, продолжаем. Поменяли денежек. И уточка опять. И уточка с нами, да. Давай, дочь. Пробуем дальше Гарфилда. Шикардосного. Опа, попку подвинули. Давай, пошли. Что мы зря бегаем, тут монетки меняем. Все, давай, ну ты. Попробуй. Покачать, может, чуть-чуть. Чуть крутим верцем. Ну давай, достань нам его хотя бы оттуда. Разворачивается клешня. Не надо, не разворачивается. Ты смотри, попадает в него, не достает, да? Давай с раскачкой. Так, это. Холостую стреляем. Ой-ой-ой, да, ребят. Так, подержи камеру.
беда. Беда. Давай так попробуем. Ну, давай, зажми. Это было близко, ребят. Это было близко. Сейчас опять туда кликнется. Я боюсь, сейчас опять туда уйдет. Видишь, куда падает и все. Накидывай монетку, давай ты, мама. Смотри, опять туда. Жесть. Ой, в середине ямы он падает или на подокошко, а? Ну, это же где Гарфилд. Кино. Продолжаем мучить Гарфилда. Выиграем, не выиграем. Походу все. Да? Счастливые попытки кончились. Сейчас, да, честно, я его оттуда выдал. На серединку то ты попробуешь. Он там сел уже. Давайте, последние монетки. Мы сделали все, что могли. Пробуй с клешню перевернуть. Попробуем так. Смотри. Не крутится. На другую сторону. Так попробовать. Мама, можно я? Ну давай, ты поиграй, да. Тоже надо. Чик. Давай, попробуй просто перевернуть клешню. Сейчас. Иди, дочь, попробуй. Чик. Давай, мам, ты. Последние попыточки наши. Опа. Перевернулся. Перевернулся. Давай, пошли ты уже. Утомил. Все. Пожалуй, на этом все. Ну а что, даже в другой раз достанем. Все, он уже так лег, что две попытки и погнали. Он уже так лег, на подержи. Что, две попытки тут и все. И можно делать новый. Давайте последний раз за голову его попробуем. Надо же клешню повернуть. Она не разворачивается, Саша. Все. Можно еще? Все, давай прощаться. Ну что, ребята, как ролик? Да-да, попыток было очень много. Их было, я вам скажу, не 30, не 40 и даже не 50. Их было больше. И его мы так не достали. Но у вас вопрос. Как же получилось так, что дочь сейчас его держит? Дело в том, что после того, как мы приехали домой, мы решили написать
владельцу данного автомата. Нет, мы не начали возмущаться, ругаться, мы просто попросили его, рассказали ему эту ситуацию, что вот мы играли очень-очень много раз в одну и ту же игрушку, и ни разу ее, в принципе, толком не взяла. Мы попросили проверить просто автомат. Ну, мало ли, раз у нас автоматы объединились против нас, может, и этот заглючил. На следующий день владелец автомата нам позвонил, и мы договорились встретиться. И какая же большая неожиданность для нас была, когда он поднялся к нам прямо на работу и вручил дочке сначала вот этот арбузик. Покажи арбузик. Вот такой вот большой прикольный арбузик. А потом вот этого Гарфилда. Оказалось, что автомат и правда глюкануло. Не знаю точно, что там и как было, но говорит, я проверил, и на самом деле автомат что-то там сбилось. И просто не было толком сильного захвата, на котором он бы смог достать этого кота. Мы очень удивились, конечно. Владельцу огромное большое спасибо. Он оказался честным человеком. Мог бы просто сказать, все, ребята, ну не достали, до свидания. Нет, он сам приехал, сам позвонил, сам приехал и вручил даже две игрушки вместо одной. Большое ему за это, да-да, спасибо. Ну а ролик как-то так. Будем играть дальше, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Жмите колокольчик. Жмите колокольчик. А мы будем снимать и дальше прикольные ролики. Пока-пока.